Уже опять вывалилось. Так оно еще непонятно как-то. Вот старая поломанная держалась. Это вообще фигня фигней. О! Фикс-прайсовское говно. Времени мало, батарейка садится. Всем привет, мои хорошие, с вами Селена. Сегодня освободила вот стеночку на кухне. Будет видео, вы наверняка увидите это в одном из влогов, как мы тут с мамой шуршали. В общем, целый день времени нам не хватило, но не суть, это мое оправдание к тому, что пока что еще у фона не будет того, что было, да? Сейчас я тут как-нибудь поинтереснее вообще сяду. Легкая тень, линолеум сзади. Но фикс прайс никто не отменял. Смотрите, короче, первое я хочу распаковать, потому что уже она нам понадобится из фикс прайса. Вот такую штучку купили. Одну какую-то штуку такую я брала. Где я ее брала? Я ее брала... Мам, а ты не дашь мне ее? Я ее, знаешь, куда положила? Сейчас скажу. Куда я ее положила? Ты не помнишь? Я просто хочу показать, которая у нас до этого была, и она, мы ее вообще не пользовались, и почему-то она сломана. Она, мам, возле туалета, за этой, за ширмой. Да. Вот. Знаете, есть магазинчики, все из пластика. Я там в первый раз увидела эту штучку. И она какая-то вся, знаете, вот здесь вот она вертится, тут вот она вертится. И в итоге вот эти вот крепления, они, короче, потрескались тут. Вот. И я ее достала и думаю, бля, я ей не пользовалась ни разу, и в итоге ее выкидывать надо. Вот в фикс-прайсе я давно уже хожу и увидела за 200 рублей, вот 199. Вот такая сушилка, она мне кажется проще. Сейчас давайте откроем, я прям хочу посмотреть. Мне кажется, реально она проще и лучше. Я ее сразу купила, говорю, давай эту дуру выкинем. А нам сейчас удобно, потому что у нас, ну как бы как раз удобно, у нас есть батареи, да? Вот так вот открывается. Так. И как оно вешается? Вот так оно должно вешаться. За батареей. А, вот, все, оно двигается, да? Вот это двигается тема. Во, нормально. Вот так, вот. Сейчас я одену, покажу. Блин, крепкая какая. Вот это. Снять сняла, а одеть не могу. Ну, ёшкин, комкарёшкин. Как одеть-то? Мать, как она одевается? Может, она не так одевается? Давай на батарею посмотрим. Так вот, я вижу, она так одевается. Какого хрена? Я ее сняла просто. Она была одета. А теперь я не могу ее одеть. Это вообще нормально всем? Заодно проверим, кстати, как здесь их... Вот ты, может, сможешь? Вот так ее надо одеть. Вот она здесь одета, видишь? Просто я ее... Я ее переместить хотела, понимаешь? Так она не перемещается. А вот, она там сдвинутая. Так она не едет. Ее надо снимать. Вот, видишь, я ее сняла. И одеть вот здесь. Ну, я ее не могу одеть. Это жесть как. Ну, ты далеко одеваешь. Ну, это не на этом месте. Может, ты попробуешь? Я хочу посмотреть, во-первых, вот. Ну вот она, да, вот так цепляется. Вот это, да? Да. Мама говорит, мне что-то как-то непонятно. Мне что-то вот непонятно. Ну вот ты ее так вешаешь. Так. Вот что это за фигня у нас тут на батарее? Желтая, я не поняла. Надо будет отдирать. Ну. Так, вот тут она болтается. Вот. А тут она не влазит. Как она должна быть? Ну вот ее делаешь вот там, где она влазит. Ну, а вот здесь, вот, раз и два. Хорошо, давай. Так, вот. Эту штуку. Теперь вот эти штучки, они просто вот здесь вот. Поднимай. Вот здесь они закреплены. На серединке где-то. С одной и с другой стороны. Но их надо засунуть туда, они плен. Вот так вот, смотри, она закрепляется и будет вот так вот она. Ну, давай. Так она должна быть вот так вот висеть? Неровно, да? Она не будет висеть. Эти ножки упираются сюда, мам, вот. Ножки упираются вот, в батарею. Вот, смотри. Вот. Ну засунь ее. Можешь? Да хрена там. Тут проблема в том, что не засунуть ее. Гребаная. Что они такое все делают? Ай. Ой, я думала, радость какая-то будет в жизни. А оно нет. Мама,
телом кладется. Ну все, девочки, подскажите в комментариях, у кого такая штука была? Кто ее смог сделать это? Поехали дальше по новиночкам. Помните, как долго я ждала вот эти баночки? Я ходила просто, караулила их, вот эти баночки. Я взяла розовые и мятные, потому что 149 рублей стоят, но тут еще две вот такие, я по две раньше покупала, а тут еще длинная добавилась. Открываем. Реально ходила, караулила, но они стоили тогда 99 рублей. Я их тоже взяла, я взяла и черную, и мятную, и розовую, и поняла потом, что все-таки мятная и розовая, я ими больше пользуюсь, чем черной. Они вот так становятся друг в друга, это очень удобненько, вот такие крышечки. Две одинаковые и вот такая длинная. Вот для кофе. Кстати, вот в этих все время я кофе рассыпаю, все время, знаете, в 5 таких штук. А зачем в 5, когда вот так раз в одну насыпала и надолго. Да, я кофе в нем храню, чай храню. Очень удобно, очень удобно, что она хорошо закручивается и мягко так, знаете, легко. И прям аромат сохраняет. Аромат сохраняет. Запах не сильно вонючий, но есть. Вот. И такие же розовенькие тоже распакую. Так оно получается сейчас еще дешевле, потому что оно стоило... Подожди, не, оно стоило 77 рублей. Да, оно стоило 77, не 99. Короче, я уже толком не помню, сколько оно стоило, но суть в том, что сейчас оно стоит дороже из-за того, что банка добавилась на 800 миллиграмм. Вот. Ну и вот так можно поставить. Видите? То есть вот раз... Два сики, три сики. Ну блин, ну не красота ли? Так, полы чистые, мыли сегодня, убирали, класс, банка укатилась. Лады, поехали дальше. Так, туалетная бумага, это которая новинка? Розовенькая, короче, взяла. Четырехслойная. Может быть, четыре слоя это и жирно будет? Слишком плотная. Я вообще люблю там 2-3 слоя, вот, ну, с головой. 4, может, три даже. Лучше. Маме 3 нравится. Ты вообще туалетную бумагу любишь, блин, как наждачку. Я так люблю. 2 слоя тонкая, она больше быстрее расходится. Так, лады, туалетку взяли. Смотрите, новинки еще появились. Король Лев и наклейка для ванной. Покажу, как это, что. Давайте распечатаем какую-нибудь. Смысл в том, что мы клеим это на ванну, и оно черно-белое. А потом Денька или ваш ребенок берет и мочит это водичкой, и оно раскрашивается. Вот такое оно сейчас. А берешь так, и сразу цвет появляется. Или слюньками. Ну, прикольно. Вот, я взяла, значит, вот такие две, но они крупные достаточно. Это картон, ой, картоночка такая, и как бы вот наклеиваешь просто. А вторая, это машинки. Тут сзади, кстати, написано, 99 рублей стоит одна такая. Сзади нарисовано, что наклейки в этой упаковке, и вот показано. Какие две наклейки там. Вот, здесь две машинки, вот так вот. Короче, я думаю, Денька будет счастлив. Я надеюсь, только потом вот от ванны не придется очень сильно отдирать все это дело с наждачкой. То вот так накуплю, то мучайся. Так, вот я наклеила. Как клево. Раскрасилась. А потом высохнет и опять. Супер. Так, что дальше? Кто там кашляет? Так, взяла перец, мама просила перца, и вот я увидела приправу, букет перцев, вот такая вот, с мельницей. Взяла маме, мама готовит, ну и себе, как бы, у нас закончился перец. Я, кстати, молотый взяла перец еще, ты видела? Да. Да, я нашла в Пятерочке, не было нигде. Так, берем все время тряпочки, смотрю, у нас тряпочки, 55 рублей тряпочки, а, кстати, смесь перцев стоит 50 рублей, вот, тряпочки, я люблю вот такие, короче, две желтые, две синие, одна розовая, 5 штук, это с мамой наши любимые тряпки, которыми мы любим мыть посуду и вообще пользоваться ими. На чем мы остановились? Ой, моя спина, господи,
Так, мы остановились на вот, что я взяла, репейник. Репейник, профессиональный уход, 100% натуральный, эффективный, концентрат, день, ночь, не смываемый, против выпадения волос, питает, укрепляет корни, усиливает рост волос. Вот такой репейник. Но я сейчас подумала, что репейник масло и масло, это, кстати, новинка. А сколько стоит? 99 рублей или 77, где-то так. Но мне кажется, не суть, и то недорого. Я просто открыла и увидела, что здесь очень хороший для нанесения дозатор. Мне кажется, это очень удобно. Даже просто опустили мы в горячую воду вот так вот нашу бутылочку, да, с маслом. Она уже там, ну, как бы согрелась немножко, да, вот этот дозатор открутили, и уже сразу мы наносим вот себе. Мне кажется, это очень удобно. И я его обязательно протестирую на корни волос. В общем, там, на своем втором канале, как бы, это будет обязательно. Есть у меня видосы, которые для второго канала конкретно. Это вот такой набор, кстати, парфюмированный. Юный парфюмер называется. Мне стало очень интересно. Здесь, короче, два эфирных масла, а получается три аромата. Два эфирных масла, три аромата. Я так поняла, что это типа создай свой неповторимый аромат. 8+. Типа можно делать самостоятельно. Там еще была лаванда, но я взяла со вкусом апельсина. Как я уже сказала, там на втором канале, когда по полочкам проходилась, типа я съела апельсин. Мне очень нравится запах апельсина. Ну, в общем, три аромата будут похожие, наверное. Это тоже будет отдельный обзор на моем втором канале. Сделаю обязательно в ближайшее время. И еще обзорчик у нас будет вот такой вот скраб-маска «Чистая линия 3 в 1». Вот тоже сделаю на него конкретный обзорчик. Очищает, матирует, сужает поры, придает гладкость. Белая глина, цинк и мята. Там была еще одна такая чистая линия. Она тоже что-то делала, не помню что, но я выбрала себе вот эту. Так, вот на эти три продукта будет обзорчик. Так, вот следующее, что это вот такие магнитные набор закладок. 4 штучки. Мне стало очень любопытно, что это за набор такой закладок, как магнитный, как это они работают, магнитные. У меня очень часто, я бывает, читаю что-то, а потом Денька случайно возьмет, короче, уберет закладку и все, я не читаю. Или я просто закладку не взяла, там что-нибудь, что-нибудь положу, что там было. Она вот такая вот, маленькая. И открывается вот так. А, она прям вообще, я думала, она железная, а она такая, видите, мягкая. И она типа раз и раз, и прилепилась. Слушайте, ну прикольная тема. И они такие симпатичные расцветочки тут вообще. Класс. Там очень много расцветок, я, честно говоря, очень долго выбирала. Но выбрала в итоге вот этот набор. Так, еще... Печенье. Печенье? Я тебе столько печенья дала много. Офигенные просто там наклейки. Смотрите, какие они красивые, голографические. Я, в общем, взяла себе. А в какую цену они, блин? Я, честно говоря, я даже брала, не смотрела цену. И сейчас чек, если найду. Набор магнитов 55 рублей. Фигурная ручка. Ладно, давайте начнем. Печенье. Ну, да, ты дала много печенья. Так много нельзя печенья? Печенье. Может быть, много печенья нельзя? Иди. Нет, ты в трусах. Яблоко будешь? Нет. Короче, фигурная ручка на пружине с подставкой. Один кусочек дай ему и все, и спрячь. Вот хитрый. Давай, увидел шоколадку. Хорошо хоть эко-шоколад, а не обычный. На, короче, меня заинтересовала за 50 рублей вот такая ручка. Я не поняла, что это за ручка, она удлиняется, что ли. Ну, я люблю, знаете, все такое какое-то необычное. Я просто не смогла не взять ее. Напишите в комментариях, кстати, как вам. Как вам новая обстановочка? Конечно, в ближайшее время, я думаю, все поменяется, но пока в этом тоже есть что-то, да, свой шарм. Сижу напротив белой стены. Я свои старые видео смотрю, у меня тоже там чисто белая стена была, и диван один стоял. Все так, все такое маленькое, все такое без ничего, неуютное. Короче, вот такая вот, вот такой вот, как его, котенок. Там еще был какой-то бегемотик или что. И вот какая-то здесь кнопочка, вот она маленькая, видите, я нажимаю сейчас. Ба-бам! И что? И сломай, да? И вот она ручка.
Толстоватая. Было бы удобно, если бы вот здесь снималась на голове лучше. И была бы такая. Было бы удобно. Но ручка здесь. Давайте попробуем написать что-нибудь. Проверить. И что? Пишет шариковая такая толстая прям ручка. Очень даже удобно. Ну, получается, что мы ее вот так вот поставили, да, смотри. Раз. Обратно. А обратно. А, и вот она обратно стоит аккуратненько. Да, кто-то говорит, есть ручка, а ты такой, на. Бери, пиши. По-моему, классно. Яблоко. Да, у меня здесь проходной двор. Мама балкон открыла, Дэня печенье просит, яблоко ест вот на фоне. Я просто вспомнила, что у него ломтики есть. Что у него ломтики? Наклейки по 99 рублей. Не дешевый. Дэнь. Не дешевые наклейки, вам скажу. Так, дальше для декора также. Я все-таки вот юный химик. Я взяла эти светящиеся песок. Сейчас, честно говоря, я даже не найду свои вот эти вот лампочки. Хотя я разбиралась сегодня. Где-то они лежат у меня в одной из 10 коробок с фоном. Вот. Но мы с вами проверим, я покажу, как они светятся. Сейчас эти полежат у меня под лампочкой, и я вам сюда вставлю, как они в темноте светятся, вот этот песочек. Короче, мне кажется, он интересный. В принципе, и детям постарше, наверное, да, интересно было бы играть. И мне, как для декора, например, днем она стоит, набирает свет, а потом свет выключил, и стоит красиво. Песок светящийся. По-моему, это необычное что-то. Да. Даже в колбе, если вот так поставить, вот в тот самый, в ту самую лампочку, тоже было бы ничего. Что еще? Вот такая вот зубная паста детская. У нас, короче, я давно брала зубная паста, она уже вся расфигачилась. Вообще надо зубная паста. Ё-моё, думаю одно, говорю другое. Не зубная паста, а зубная щетка. Она уже вся расфигачилась, и пора брать новую. Я ее брала, по-моему, в Фаберлик, если я не ошибаюсь. Вот эту щетку можно выкидывать детскую. А здесь у нас зубная паста, нежная, гелевая. Устраняет зуд раздражения десен, не содержит фторг. То, что я прочитать успела там в магазине. Мягкая зубная щетка, специальная щетина. 2+, вкус яблока. Нам подходит что? Вот смотрите. Сейчас мы ее проверим. В общем, мягенькая вот такая щеточка мне нравится. У нас примерно такая же. Денька зубки любит чистить. Мягенькая, все супер-пупер. И вот такая паста хорошенькая. Сейчас посмотрим, что это она гелевая. Ну, с 2 лет, по-моему, нормально. Сейчас я ему покупала в поездке жемчужину. Вот он сейчас жемчужиной клубничной пользуется. Но мне что-то жемчужина, она дешевая, мне не внушает доверия. Хотя это тоже недорогая. Набор зубной пасты. Ну-ка. Не знаю. Короче, у меня здесь набор для, а дальше какие-то 2-3 буквы. И не пойми. Давайте вот чуть-чуть я возьму. Прям яблоко-яблоко. Смотрите, какая она. Она прям вот гелевая, красивого цвета. Немножко мятная, прям чуть-чуть-чуть-чуть совсем. Так, давай залазь обратно. Обратно залазь. Обратно. Мне прям не хочется ее дать. Так, ну и все. Чуть-чуть язычок онемел. Чуть-чуть, ну мята, да? В общем-то и все. А, еще я ему купила книжку, но я ее опять же в этом бардаке, хотела сказать, вот в этом всем не могу найти. Книжка такая, я сейчас вставлю, хотя нет, я не вставлю, потому что я уже и почистила. Я уже все почистила, освобождала память своего компьютера. Короче, такая книжечка, она небольшая, но в обзоре вы, может быть, на моем втором канале с полочек могли видеть, кто смотрел. Там, короче, книжка с дырочками, и ты листаешь книжечку, а там животное нарисовано. И вот в этом отверстии животного, ну, как бы, материал. Для животного, например, барашка, и там какой-то материал похожий на барашка, и, типа ты трогаешь, ну тактильно. Ну и я думаю, вообще для малого, для моего уже вырос с этого на самом деле. Вот кому-то поменьше, да, совсем прям моторику, там типа дельфин какой-то и типа кожаное что-то такое там, да, тигр, и там вот прям такой вот, как будто тигра он гладит, в общем, ну тактильная такая тема. 77 или 99 рублей, помнит, стоит, я не помню.
Короче, ну, примерно такие все мои видео и будут, да, вот такие вот в попыхах, я сижу, такая. Ма, так что у нас в итоге с этой штуки? С этой штуки. Ты не смогла одеть? Беспредел какой творится. Короче, мама не смогла одеть. И чё? И чё? Я не поняла вообще. Чё и чё? И всё, что ли? Я 200 рублей выбросила, я не поняла. Я чё, 200 рублей выбросила? Ну, в натуре. И в натуре, я серьёзно. Не маленьких денег стоит. Максимальная цена, фикс-прайс. Может, ножкой нас? Ножкой? Давай. Ну-ка, иди сюда. Подожди, это надо снимать, как мы ножкой наступаем. Мне тапки были. Ну что? У кого они чистые? Сейчас мы ее прицепим, а кажется, что не так. Давай, наступай. Вот здесь. О! Вот оно что надо было. А там ты уже наступай. Так, подожди. Она повернется. Ты с одной стороны только наступила. Давай со второй наступай. Давай еще раз. Так. И если я ее поворачиваю, я ее поворачиваю. Вот. Да? Ну и как я буду наступать на вторую сторону? Повернула. Правильно повернула. Девочки, мы... Нет, повесь ее сначала на батарею. Я что-то не уверена, что... Не уверена? Да, повесь, вот когда будет висеть нормально, сейчас. Тогда я скажу «да». Тогда ты скажешь «добро». Пока я говорю, что я не знаю. Ой, боже. Ну вот. Вот так. Ну вот это надо поднять. А вот она на картинке тоже как-то так непонятно висит. Что это такое? Она вот. Главное, что висит она там, а упирается тоже здесь. Подожди. Как-то вот она скриво, видите, она висит вот так вот. Что за так? Я не поняла. Подожди. А где это? Подожди, а где это? Вот, кстати, вот какой мини-разгром у меня здесь после съемок все время. Вот почему она? Должна так, а где это сама инструкция, картинка? Я же говорю, на стульчике. На каком ёхтеле-мохтеле месторечке? Так подожди, здесь оно висит вот так вот. Ну, почему оно у нас так не висит? Потому, мне кажется, должно ровно где-то уйти. Вот здесь куда-то. Здесь должно уйти. Здесь должно оно уйти. Экспресс, ё-моё. Вот оно должно утопить. Так. Ну тут... Вот. А это надо и как-то... Тогда оно вот тут вот как, где-то вот как-то упирается. Упираться. Ну поднимай вот так, давай. Поднимай. И что, она все равно наклонена? Нет, она наклонена. Она вот здесь вот с наклоном уже сделана. А больше упираться и куда? Вот так как-то странно она сделана. Вообще странно, блин. Что же делать? Вот, мама примерила. Она вот так должна быть поднята. Но как бы... Ну как бы... А если... А если вот, Олесь, а если вот сюда подвинуть ее на эту штуку, вот сюда зацепить, не а в дырку? Она может упираться. Мам, скажи, что ты сказала. Фикс-прайсовское говно. Я так видео назову. Ну вот это вот оно уже опять вывалилось. Так оно еще непонятно как-то. Вот старое поломанное держалось. Это вообще фигня, фигнёй. Не говори. Короче, мы с мамой выявили. Смотрите. Ну, вообще здесь на картинке другая. Здесь вот они, потому что... Вот они, видите? А здесь они изогнутые. И, в принципе, даже если ровно вот так вот держать... то, как видите, сама вот эта идет под наклоном. Ну, то есть, тут только если что-то подкладывать вот сюда, вот наверх, ну, это уже что за бред, да? Мы зачем это берем? Подкладывать? Так она оттуда сковырнется. Ну, да. Короче, эта фигня вообще у нас не работает. Напишите отзыв, у кого что-то работает. Может, что-то мы делаем не так. Вот. Я не исключаю этого момента. Но видео будет называться фикс-прайсовское говно. Ух, как...
короче, намучились мы с этой фигней. Мама говорит, давай старую повесим, сломанную повесим. Она хоть и сломанная, и то ровно висит, и на нее можно что-то еще вешать. То есть она сломанная, но при этом она функционирует. А это, блин, новое целое, но не функционирует. Ну, лично в нашем случае. Все, мои хорошие, вот такие были новиночки. Обязательно переходите на мой второй канал, потому что там идут точечные обзоры конкретных продуктов из фикс-прайса. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. А я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!